Ребята, у rbx3.gg супер новости. И да, у них новый адрес сайта, а еще они доставляют робоксы моментально. Вы слышали? Теперь не нужно ждать 5 дней благодаря новому методу LogPass. Но кроме этого, теперь на сайте rbx3.gg можно купить премиум статус намного дешевле, чем где-либо. Вы просто посмотрите, насколько это дешево выходит, да еще и подарки будут. Поэтому быстренько переходите на новый сайт rbx3.gg по моей ссылке в описании и закрепленном комментарии. И покупайте робоксы по самому выгодному курсу в мире. Всем привет, легендарные внучата! Давно у нас с вами не было видеоролика. Опа, подождите, вот этого чувака нужно сейчас пристрелить. Что это такое? Ты что, оборзел что ли? Давай. Нет, он меня сейчас зарежет, ребята. Да что такое, косолапая, косоглазая. Вот такое вот интересное начало, но, увы, мы не пришли с вами сегодня играть в Murder Mystery. Сегодня, ребятки, вы пришли на видеоролик по промокодам Roblox. И, конечно же, сегодня я расскажу вам про супер обалденный ивент, с помощью которого вы сможете получить 5 или даже более крутых бесплатных вещей. И это можно будет сделать в ближайшее время. Так что, ребятки, в общем-то, нужно обязательно посмотреть про этот ивент, что он из себя представляет, как будет и когда проходить. Ну и, ребятки, перед тем, как посмотреть этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, потому что, ребят, как видите, у меня почти 60 тысяч. Давайте добьем уже 60 тысяч и пойдем к следующему нашему круглому числу, именно 70 тысяч. Ребят, очень хочу поскорее набрать стольник. Помогите, пожалуйста, подпишитесь на канал. А еще, если вы не подписаны на мой дискорд-сервер, то ссылочка есть и в описании, в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Ну, а мы с вами начинаем. Итак, ребята, пока что из ивентов доступен только In The Heights, но он нас сегодня не интересует. Для начала мы с вами ведем промо коды в Roblox. Как же это делается, я думаю, все абсолютно знают, особенно те ребята, которые зашли на этот видеоролик. Но если вдруг вы по какой-то случайности зашли на такое видео и даже ни разу ранее не вводили никакие промокоды, то для вас, ребята, есть кое-что простое и интересное. Как эти промокоды вводить, я сейчас вам покажу в несколько шагов. Во-первых, вы нажимаете на вот такую вот шестеренку, потом нажимаете на кнопку Help, и потом, ребята, нужно просто подождать, пока прогрузится вот такая вот страница, которая называется у нас Roblox Support, вроде как, если не ошибаюсь. Потом, ребята, вы вот сюда вот вниз сами спускаетесь, и здесь есть вот такая вот How do I redeem a промокод. Это, ребята, надпись интерактивная, и если на нее нажать, она является ссылкой. Она перебросит вот на вот такой вот раздел помощи. Roblox Support How do I redeem a промокод. Здесь же ниже можно прочитать информацию по поводу того, как эти промокоды активировать и что будет написано, если промокод является рабочим. Если промокод является рабочим, вы увидите вот такое зеленое с надписью «Промокод Successfully Redeemed». И если промокод не рабочий, вы увидите красную надпись «Invalid промокод». Ну а если вы уже вводили промокод, то вы получите, в общем-то, надпись, на которой будет написано, что вещь уже получена. Сейчас я покажу, как это выглядит. Ну и, собственно, мы нажимаем с вами вот сюда вот на синюю ссылку «Промокод Redemption Page» и переходим вот сюда, ребята. Это у нас страница введения промокодов, где выполняются все махинации, операции по введению промокодов. И именно здесь, ребятки, мы сегодня с вами получим несколько крутых вещей в Роблоксе. Обязательно подпишитесь на мой канал перед тем, как посмотреть на промокоды. Если до этого вы могли получить те же самые уши кролика металлические, которые можно было забрать из промокода Walmart Max Ears 2021, или те же самые ReHappy Cat 2021 с нашим арктической, не знаю, что это, ребята, с нашей арктической головой кота, то сейчас, собственно, этих промокодов уже нет. К сожалению, большинство промокодов из Роблокса убрали, и сейчас рабочими являются только Roblox Edu 2021. Этот промокод вы можете скопировать в описании. Если вдруг вы не знаете, каким образом это пишется и не хотите смотреть этот видеоролик далее, возможно, такие люди есть, но здесь, ребята, лучше досмотреть видеоролик до конца, потому что будет оговорено про как раз-таки новый ивент и получение новых бесплатных крутых вещей. Ну, а, собственно, мы с вами вводим промокод, который выглядит вот таким вот образом. Это Roblox Edu 2021. Не знаю, вышел он примерно 40 дней назад, это точно. То есть промокод довольно на самом деле старый, и его еще из Роблокса не убрали. Это, ребятки, радует. Нажимаем на кнопочку Redeem. Как видите, у меня этот промокод уже введен. Вот примерно как выглядит как раз таки эта надпись. Код Already Redeemed. С английского языка переводится как промокод уже погашен, ну или введен. В общем-то, код уже активирован. Сами видите, как это выглядит. А еще мой ник переводится как ткацкие станки. Не знаю почему, но, собственно, вот как-то так это выглядит. А теперь, ребятки, насколько я понимаю, есть еще два промокода, но они довольно старые, и про них большинство людей знает. Но оговорить, думаю, стоит. Первый промокод из таких вот двух — это Spider Cola. Очень старый промокод на баночку Кока-Колы с глазами и с этими...
короче говоря, с щупальцами с какими-то. Так, ну и, собственно, промокод Твит Роблокс, который тоже появился очень давно, и его до сих пор еще не убрали. Хотя промокод уже, наверное, не актуальный, во все вели, кто мог. Нажимаем, и тоже код уже активирован. Все, ребятки, а теперь мы можем переходить к более интересным на самом деле ивентам и вещам, которые можно получить. Во-первых, ребята, чтобы знать про все самые актуальные промокоды, про все самые актуальные ивенты, вам нужно быть подписаны на мой канал. Но есть еще очень интересный способ, который вы тоже можете практиковать. Это вот здесь вот в поиске написать кое-что интересное. А именно написать free items, то есть бесплатные вещи с английского языка, это переводится. Но потом, ребята, заходите в... Это получается опыт теперь называется. Блин, можно как-нибудь английский язык вернуть, да ё-моё. И заходите вот в такую бесплатную игру. Ну, собственно, вы ее заметите, в нее всегда играет самое много людей. Бесплатная игра, так она и называется. Бесплатная вещь, вот Free Items Game. И здесь, ребята, вам покажут, как получить самые бесплатные, самые крутые вещи. Давайте заходим, и я вам все покажу. Итак, ребята, мы с вами попали вот в такую вот огромнейшую карту, в которой можно получить огромное количество вещей абсолютно бесплатно. Здесь, ребята, все абсолютно бесплатные вещи, абсолютно бесплатные бэши, и получать вы здесь можете все бесплатно. То есть все, что здесь есть, бесплатно можно получить абсолютно любому игроку. Во-первых, ребята, здесь интересных вещей никаких нет, это волосы. Здесь тоже ничего интересного нет, это просто-напросто вещи из магазина, которые можно тоже забрать, нажав просто на кнопочку «Получить». И то есть, допустим, если вы зайдете вот в эту вещь, то вам вылезет, вот, собственно, хотите вы взять вещь или нет. Но у меня такой не вылазит, потому что я уже владею этой вещью. Ой, что я сделала? Ну, собственно, ладно, разницы нету. Смотрите, ребята, проходим. Здесь можно получить вот такую Gucci коллекцию, зайти в игру и найти Безру. Так, вау, интересно, на самом деле. Я еще не заходила в эту игру и ни разу не получала вещи, но вещи на самом деле прикольные. Давайте примерим. Вот такие вот очки Gucci, кстати, реально стоило бы их получить, пока ивент не закончился. И вот такая шляпа, тоже Gucci, бабка шоу моднячая, вообще супер, нифига можно какие бесплатные скины делать. Чего ж я раньше-то не заходила сюда и не смотрела на вещи. Еще, ребята, вот такой вот прикольной вещи, это Зара Ларсон какая-то. Здесь пластинка, которая мне не сдалась, а вот эта штука довольно интересная. И, кстати, давайте примерим тоже. Вау, суперски смотрится это, знаете, такой, не знаю даже, чем сравнить, супер смотрится. Ну и, собственно, смотрите, вот такой вот костюм, который тоже можно получить бесплатно. Блин, ребят, если надеть уже вот такой вот костюм, то это уже выглядит неплохо. То есть уже он не выглядит как бесплатный какой-то левый скин. Выглядит реально неплохо. Так, ребята, наша 8 Блокси Annual Rewards, которая очень давно у нас идет в Роблоксе. Собственно, про этот ивент, скорее всего, все знают. То есть, ребят, в чем прикол этой карты? Здесь есть все абсолютно бесплатные вещи. Вы можете посмотреть, где эти вещи получить, каким образом. Здесь абсолютно про все написано, куда идти, что делать. И к тому же, если вдруг вы что-то недопоняли, то вы можете просто-напросто написать это на Ютубе, и, скорее всего, вам выйдет. Подождите, написано то, что промокод Walmart Max Ears еще не устарел. Ну, проверьте, пожалуйста, здесь написано, что не устарел, а на другом сайте написано, что устарел. Проверьте это уже с вашей стороны, в общем-то. Даю вам такое вот упражнение. Напишите, пожалуйста, работает этот промокод или нет в комментариях, чтобы остальные ребята знали, вводить его или нет. В общем-то, смотрите, сегодня мы посмотрели на вот такие прикольные вещи, получить их можно вот, вот здесь, то есть вот заходите и смотрите, что нужно делать. Я бы на самом деле себе эти очки получила, они довольно прикольные, Gucci очки, наверное, я себе их все-таки заберу попозже. Ну и вот зачем мы пришли, ребята, я зашла сейчас в твиттер аккаунт RBXNews, который мы обычно с вами смотрели ранее. Я вообще очень давно не заходила в твиттер, мы ранее с вами здесь смотрели всю актуальную информацию по поводу ивентов. Мы сюда, ребята, сейчас зашли и смотрим, что здесь есть интересного. Вообще, что произошло в Роблоксе, я даже не разбираюсь. Во-первых, это Build It Play It Mansion of Wonder. Очень скоро выходит продолжение нашего как раз-таки Build It Play It, в общем-то, ивента, который вы прямо сейчас можете сходить и получить там целых 6 вещей абсолютно бесплатно. Это я показывала кучу раз, поэтому показывать не буду. Скорее всего, вы об этом знаете. Промокоды такие, как вроде как... Я не помню даже, если честно. Собственно, здесь, ребята, вот такие вот прикольные вещи. Это у нас как раз-таки из Build It Play It Mansion of Wonder ивент, который сейчас еще не вышел. И смотрятся эти вещи супер, ребята, прикольно. Во-первых, тут какие-то, это я не знаю, что это такое, похоже, если честно, на волосы. Именно вот эта оранжевая штука похожа на волосы, либо какую-то корону. Здесь же какая-то фиолетовая аура излучаемая из нас, две какие-то синие фиолетовые книги, возможно, они будут по двум сторонам. Вот такой вот зеленый слайм и Build It Play It Mansion of Wonder FX Artist. Ну, портфель на самом деле выглядит точно так же, как и прошлый, который мы с вами получали в Роблоксе, а вот эта корона вообще на самом деле что-то интересное и новое. Таковое я еще не видела в Роблоксе и смотрится на самом деле довольно неплохо. Плюс вот такой зеленый желейный слайм, это скорее всего на голову будет надеваться, но возможно нет. Собственно, смотрится это тоже довольно интересно, а еще люди тут дорисовывают очень страшные какие-то штуки, о боже мой. Что это такое? Ладно, давайте, давайте, давай идем. На самом
самом деле много, ребята, происходило, кажется, событий, пока меня не было, но я вот включаюсь в игру потихонечку, сейчас буду смотреть, что это такое. Я, ребята, очень рада, что такие события у нас появляются в Роблоксе, и очень скоро мы с вами сможем получать такие вот вещи. На самом деле здесь все очень просто, вводите промокод, получаете вещь, но они, к сожалению, пока что не вышли, и ивент вот прям, наверное, через неделю, может быть, выйдет. Не знаю, если честно, когда точно, но вот здесь написано, что скоро выходящее обновление. Возможно, кто-то может не знать, но если написать в поиске Island of Move и зайти в игры, то вы, скорее всего, попадете на вот такую вот страницу. Island of Move. Build it, play it, the Island of Move. А, в общем-то, это у нас, ребята, вот такой вот остров, в котором мы можем с вами получить целых 6 вещей, вводя промокоды в Роблоксе. Таких промокодов, как я и говорила, уже ранее 6, и вы их можете, собственно, прямо сейчас скопировать и вставить в описание. Они будут все в описании. Я обязательно эти промокоды оставлю, поэтому не буду заострять на этом внимание. Это не особо интересно. Ну и очень скоро от Roblox Build it, play it выходит новая игра, новые ивенты, и сейчас пока что, к сожалению, здесь мы посмотреть на эти игры не можем. Давайте зайдем, about, и нет, здесь, ребят, ничего абсолютно нету. Игр здесь нету, ничего не показано. В общем-то, будем ждать, ребята. Будем просто-напросто ждать и надеяться, что очень скоро этот ивент выйдет. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Если вам понравился этот видеоролик и вы очень ждете бесплатные вещи в Роблоксе, обязательно поставьте лайк, потому что как только выходит ивент, я обязательно вам снимаю новые промокоды. Возможно, там будет что-то посложнее, чем просто ввести промокоды, а возможно, простые кодики, как и в Roblox Build It, Play It и Island of Move. Все, ребята, всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. И... ну, все. До скорых встреч.